Сегодня, кстати, Атлант играет в белой форме. В прошлый раз помогла она в гостях победить ЦСКА со счетом 4-1. Бросок и гол. 4-0. Но в Питере пока не помогает белая форма Атланту. Как легко, здорово здесь сыграл. От борта прошел на пятак без сопротивления. Ну и как завороженные наблюдали защитники Атланта за действиями Ильи Ковальчука. Хороший тестевой бросок в дальний угол.